И всем привет, вы на канале Black Rabbit, и сегодня у нас новая игруля Tomb Raider. Точнее сказать, Shadow Tomb Raider, это тень расхитительницы гробниц. В такие игры не играл, вот, единственное, что могу сказать, что что-то с чем-то может быть возможно похоже, вот, но надеюсь никого меня не захейтят, что-то хотя бы капельку похожее на Tomb Raider я играл, наверное, Far Cry. Но я сравниваю в чем то, что тоже джунгли, тоже остров, тоже много плохих парней и надо что-то там выживать, короче, чтобы не убили там 5-10. Вот, но я вот в этом плане, что я просто к тому, что я никогда в Tomb Raider не играл, вот от слова совсем, ни на консолях, ни на стационаре, вот, вообще нигде, никак я не соприкасался с серией этих игр, и то, я даже фильмы не все смотрел про Лару Крофт, Tomb Raider, вот, ну, мне кажется, это плюс-минус тоже одно и то же. Не особо мне всегда это впечатляло, вот, но я что-то почитал за эту игру, какие-то описания посмотрел, и мне понравилось. Ну, как понравилось, привлекло. А там как пойдет, посмотрим, как пойдет. Ну, хоть я не графодрочер, но... Ну, понятно же, это превьюшка, но... уже довольно-таки приятно глазу. Мне главное сюжет. Я не графодрочер. Ну, если у нас хороший сюжет и хорошая графика, это такая смесь. Я не выпрыгну с самолета, ёпта. А пришлось. Что-то запереживал за нее. Я тоже поражаюсь, как всегда можно в таких экстремальных моментах двумя днями ранее вот так себя вести четко, как сказать, правильно. Мне кажется, я бы запаниковал бы и на этом все. Где они там ползут? Придавила? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавила. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. А что там сильно, покажи. А, клацать надо. Так. Это нога у меня вообще целая? Какая жуть. Так, а что надо? Так, а у меня инверсия, да, включена? А мне не нравится инверсия. Я мышку вверх, а она вниз. Так, параметры, мышь. А почему так? Ладно.
А что надо делать-то? Я не понимаю, что надо делать. А, вот так ползти? Я понял. Всё. Так, это я делаю вверх, а она вниз. Делаю вниз, она вверх. Так, значит, как она отключается? Это? Тогда тоже и вот это получается. Ну-ка. Во. Во. Всё. Так, тихо. Позвала чувака, сама выползла. Так, ну видать, нога не сломана, раз она чисто перебинтовала и все. Ёбушки-воробушки, что это? Так, теперь опять сейчас все инверсия стала. Непонятно. Так, все. Во. Так, это движение. Это запрыгнуть на невысокие платформы, предказать. Тап. Тап. Ага. Тап — это у нас типа карта. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Охренеть. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес. Надо этим заняться. А тут как? Ну-ка. Лёд, кайф. Так. Бок. Я, походу, вверх, да? Да. Да, я так шею сломаю. Я прям погружен так этим ползанием. Офигеть, она ему красит. Охренеть, это чё, майя какая-то или, ну? Иона, я на месте. Иду внутрь, уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. А, это вход в пещеру, типа, а... О, да бля, прикольно. Что, типа бомба была или что это, какая-то какой-то передатчик? Лара! Ой, бля. Ого, ты только посмотри. Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за меткам твоего отца.
Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Убегните. Ну же! Ну же! Быстрей! Давай! Охренеть. Не вытащите меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делал. И он. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что, после всего этого я умираю с голоду? Кита бы съел. Сумели, Мексика. Какой-то муай-тай какой-то. Таец. Муай-таец. Вот он. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам до колониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки... Бразилия? Перу. Перу? Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Бля, мне уже интересно, короче, я прям залип. Да? Показывай. Я прям уже залип, короче. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Керамы какие эти. Их бойцы вооружены. Я что-то Ассасина вспомнил, Ассасин Крид. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Кстати, можно в Ассасина еще поиграть. Какую-нибудь часть. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает.
на Ди Домингеса. Здорово, как дела? Gracias, Jonah. Но он заплатил с того столика. Вот с этого. У меня от вида еды в животе урчит. Зря ты не поела. И мне тогда было не до пошли того. Сюда, как кажется. Всегда. А, нет. Женщина. Молодость молодым не впрок. Наверное. Это не про меня. Я в юности нагулялась. Ах ты, старая шаболда. Пожалуйста, попробуй. Пахнет чудесно. Значит, на перекус время есть. Пытаюсь вписаться. Представляешь, его поймали, когда он пил Афрендас. Ух ты, блядь. Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Текила его без нас накажет. Он выпил достаточно. Так, ну тут танцули. Так, пизду, у тебя что? Смотри, это за моего папу. Сейчас что, Влас не хочешь выставить? Может, зажечь один для мамы. А мне кажется, там кто-то что-то прошел, нет? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, а тут что? Нифига тут подношение, сколько масок, свечей. С ума сойти, красавец. Мото кайф. У меня был точно такой же. Постоянно каталась. Почему перестала? Отправилась в Яматель. Здесь многое происходит. Вернуться всегда, когда мы будем свободны. Что-нибудь приглянулось? Просто смотрю. Ты из Англии? Возьми сувенир на память. Извини, Хуан. У нее и так уже полно сувениров. Ладно, Иона. Откуда ты всех знаешь по именам? Я с ними общаюсь, и ты попробуй. Так, ну тогда нам осталось только чисто направо сюда пойти. Больше вариантов нет. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей. Нет уж, лучше так. Мясо, казаны. Что это? То есть ресурсы можно найти в разных контейнерах. А что за ресурсы? Небольшая емкость со спасительными ресурсами. Ладно. Какой-то там навык мародера был. Навык мародера. Нормально. Бля, это что, семечки такие? А, или это кукуруза такая горелая. Чувак, либо ты херово готовишь кукурузу, или у тебя есть, бать, какие большие семечки. Мне здесь нравится. Хорошие люди. Иона, он у ворот. Я его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят, как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с идеалами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Так, ух ты. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Извините. Простите. Извините, простите, простите, извините. Короче, какое-то кладбище. Вы связались с Верховным Советом, командир? Ну, свежая могилка. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяют. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр.
Они готовы ко всему. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. Дискульпы, сеньорита. Виновата. Так, и куда мы чапаем? Бля, сколько черепов. Жуй. Бля, нам тоже так, ну, блин, нам нужно. Нам нужно такие праздники. Сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Мы удостоверимся, что это она. Угу. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Мы еще обходной путь. Ну, пока интересно. Я вот, не знаю, по графике вопросов нет, но еще раз скажу, что я не графодру. Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора идти. Я не графодрочер, но вроде бы графика норм, сюжет понемножечку поднакидывают, завязываются. Пока все устраивает. Немного непонятно с управлением поначалу было, но я думаю, что мы с этой инверсией разобрались. Посмотрим, что как будет дальше. Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну? Ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Все. Чувак. Эй, кыш из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Вау, у него кабинет. Lo siento. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. А что они ищут? Непонятно. Какая фаза? Чего фаза? Фаза чего? Синхрофазотрон? Что-то кирпичи. Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. Так, ну... Так, что по поводу... Так, в режиме инстинкта выживания цели подсвечиваются. Нажмите Q для задействование инстинкта выживания. Люди подсвечиваются, да? А тут что-то ничего. А. О, прикольно. Опа, уже переоделась, и нога у нее не болит, и штанишки новые. Не, ну значит, правда, нормально все с ногой. Хуя, лук. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещера. Вот это... Так, кстати, а как тут ну, типа, никак, да? Ну, типа оружие менять, там, типа инвентарь, вот слово вспоминал. Так, увеличение, уменьшение, легенда. Побочные задания, артефакты, памятники. Ладно. Ура,
Ой. Заканчивайте уже. Они нас уже ждут. Давай, работай. Последние слова. Стойте, я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. У меня есть деньги. Я заплачу. Очень, очень сильная чувствительность мыши при прицеливании. Вот, чувствительность при прицеливании. Прям вот так вот смело, мне кажется, можно. Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это что? Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции Blackout. Надо сходить к тем руинам. А мне надо... Надо сходить к тем руинам. Да я сейчас пойду. Я... Ой, красотка. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель, ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Что мне надо делать? Нужно спуститься вниз. Нет? Ну, я думал, Лара Крофт думала, она такая. И рыбка, и воду. Нужно спуститься вниз. Значит так. Прыгнуть и Е, да? А, вон туда. Ну, я думал, вода. Так, нажмите это, чтобы спуститься на веревке. Ладно, должно сработать. О, камушки сыпятся. Бля, прикольно вот это придумали с камушками. Прям так аутентично. А, прям очень, очень тормозит. Отлично. Что мне надо делать? Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь. Так, так, мне нравится. Прикольно. Тихо. Женщина, остановитесь. Вы главное лицо Мази Календу. А, надо было еще раз нажать, да, чтобы... Да, прикольно. Ну, пока не... О, череп. Так, мне кажется, мне эта игра понравится. Потому что... Мне нравится такое. Почему я раньше
мира. Всем группам приготовиться. Такое. Доктор Домингес уже спускается. Черт, надо торопиться. Что она делает? Все под контролем. Опа. Ля, я кайфую. Статуя смотрит на ту пещеру. А, на ту пещеру? И чё, вот так мы пьём? Удерживайте. Накопить энергию, а затем пробил для прыжка. Я чуть-чуть не понял, как это делает. Как это делается, но у нас получилось. Я хз. Надо хоть. Я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Надо вот потренироваться. Я присмотрю за Тринити. Грибы с коричневой шляпой и толстой ножкой используют для снадобья выносливости. Боровики в пещерах? Алло, серьезно? Да что ты за пизда? Судя по всему, эта пещера обычно под водой. Так. А тут ничего из... О, только тут можно что-то изучать. Изображения на этом монолите совсем стерлись. Не прочтешь. Ни хрена в ней дури мощи. Так, а это что за? Отлично. Рывок под препятствие. А я еще так хочу. Бля, крыси. За место. Какой-то нефритовый цвет. Так, грибы. Грибы нам нужны. Так, вон еще какая-то чаша. Так, а у нас 23 стрелы, да? О. Сейчас мы все возьмем, все соберем. Так, да что такое? Уменьшить легенда. Короче, как-то... А, это не то. Угу, понял. Под водой что-то есть. Так, а там ничего нету? С той стороны. Камеры. И что? Блять, темно-то. О, что это? А что это? Я не понял. И что сделал? А что накопал? Thank you.
Так, удерживайте пробел, чтобы всплыть. И левый Ctrl, чтобы нырнуть. Левый Ctrl, чтобы нырнуть. Левый Shift. Бел всплыть, да? Но я сейчас просто чисто потренироваться. Ой, бля, Мурина. Или что это? Что это? Что это такое? Так можно было? А, все, я недопетрил. Типа кислородный этот. Блядь! Что надо делать? Ёб твою мать! Я не думал, что такие-то ужасы, блядь. Чё тут буду пугаться? Позже под водой, правильно? Бля, бедняга, давай. Это очень страшно. Я, наверное, очень громко глазал, потому что я очень переживал. Я очень переживал за нее. А вообще записываться можно? А, да. Давайте сохраним, а то что-то я это продолжу. Крутяк. Так, что это? Нужно найти храм, который ищет Домингес. У меня одно очко есть. У меня очко есть. Так, нам туда. А это... Ой, блядь. А это тогда что? Нет снаряжения. А, для дальнейшего прохождения нужен нож. А где мне его взять? Чтобы резать толстые веревки, нужен лучший нож. А как мне его сделать? Так. Поглацаю. Так, ничего, на капслок нажал. О, это я понял. А это понятно. Короче, непонятно, как. А. О. А чё, я могу, может, вообще с дробана дать туда? Ну ладно. Блядь. А чё и так бывает здесь? Охренеть. Офигеть, я буду знать теперь. Так, а там, там что, там водичка. Прикол. Иона, я на месте, в каком-то подземном храме. Хорошо. Хреново. Лара, тринити используют взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх.
я стрелы сделал. Это что такое? Требуется для изготовления бесшумных стрел и улучшения оружия в лагере. А, в лагере можно, значит, улучшать. Лара, как дела? Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе. Ну, а что такое? Удерживайте. Или еще. Короче, эта игра, значит, так, в режиме инстинкта выживания цель подсвечивается, нажмите Q. Понял. Короче, эта игра тут с головоломками. Но это неплохо на самом деле. Что здесь? Золото. Опа, очки. Мы еще барыжить можем. Кто бы знал. Ой-ой-ой. А что произошло? Охренеть. Капец. Бля, как прикольно. Я сейчас, короче, связанная веревкой, чтобы... Важно встать рядом с точкой закрепления из лука стрелой вверху к даме. Понял. Ну это вот так вот типа. А, во. И. Серьезно. Ля, прикольно. Я как маленький ребенок, короче. Все, чехляйся. Ты что делаешь, А как слезть? Да нет, а чё она тут, а как? Так, влево. Я не понимаю, как. Я не понимаю, как слезть. F нет, E нет, пробел нет, Ctrl нет, Alt нет, Shift нет, на мышке нет.
Не-не. А может быть, как-то раскачиваться, нет? Да куда ты ползешь? Ну, то же самое получается. Я не могу слезть. Я прям все кнопки уже прощелкал, реально. Это у нас. Да. Нет, стой. Ой, блядь. Так. О, что нашел? Так, ну это меня все равно не радует нифига, потому что я так и не понял. Приполз, и чё? Блядь, ну это даже не смешно. Так. Есть. Ресурсы. А что? Нужна отмычка. У меня отмычки нет. О, золотой. А, это нельзя, да? Нельзя. Это, короче, кнопка, как мы под препятствиями сигаем, С. Все, я теперь знаю. Ну, блин, надо разбирать. О, надо разбираться. И что это? Храм Луны, мамский язык. Блять, мамский язык я выучил с утра, блять. Ой, с утра, с детства. Там как чуть что не так, пиздюлей получаешь, как вот эти ловушки сразу, блядь. Что там мамский язык? Мамский язык, он самый-самый. Так, а я допрыгну? Платформа застряла. Так, и что надо сделать? Так, ну что-то вот связано вот с этим. Что это? О. Типа, может быть. Может быть, с этой стороны наоборот ее как бы вытащить, может.
тоже нет. Надо избавиться от этих обломков. А, вот, телега есть. С телегой я помню, ее надо толкать, типа. А влево, вправо. Не поворачивай, да? Нет. Избавиться от этих обломков. Каким образом? Наш не поворачивает ничего. Странно. А, теперь так крутить можно. Господи. А что, она не работает? Да? Во, ни хрена себе. Так. А. Так, теперь нам надо, блядь, перерезать. Надо рядом с этой стоять, чтобы они привязались. Вот. Так, начинаем понимать технологию. Эту. Все, разобрались. Капец, суета. Ой, блядь. И чё? А как я туда попаду? Это... А, это мы просто противовес освободили, чтобы вот это поднялось повыше, правильно? Же. Что надо делать?
куда я вообще раскачиваюсь? Куда мне надо? Вот так вот, да? О, хорош. Я думал, не получится, думал, опять падать придется. Надо было от веревки отцепиться и на руках, короче, поползти. Так, и чё, и куда? А как это? А чё, можно просто спрыгнуть? Или что? Ладно, ну я только учусь. Я не знаю, что тут задвиж. Так, может быть... А нормально же все было, я же причепился. Блять. Охренеть. Ну, это интересно, зато это интересно. Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Бог созидания. Так вот что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами. Буря. Землетрясение. Извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Это что? Похоже на созвездие Гидры. Но звезды не на своих местах. Так, только не говори, что я сейчас буду это делать. Делайте сами. Кинжал. На нем есть надпись: «Ключ к сердцу Ишчель открывает путь к очищению. Тринити не получит ларец». Давай все обдумаем. Черт! Лара, к тебе идут патрульные. Что-то сейчас будет. Все. Ой-ой-ой, текать надо. Лара, не втыкай, иди, беги, уходи. Черт. Иона, поднимись повыше. О нет, ты его взяла, да? Скорее. Они скоро будут. Кто? Доктор Домингес и его люди. Похоже, мы нашли то, что искали. Я слышу. Сегодня прибудет Домингес. Я понял. Я тебе говорю о том, что дождь затопит тут. А чем я, по-твоему, занимаюсь? Я вот как раз и проверяю насос. Ладно. Надо убедиться, что все работает как надо. А. Хорошо. Да. Ага.
Как там дела с насосом? Куда мне надо идти? К тебе обращаюсь. Ты закончил с насосом? Нашел время дурачиться. Помоги подготовить освещение. Операция «Блэкаут» начата. Местных рабочих живых не оставлять. Вот, черт. Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. Так, Лара может маскироваться у всем скрытых плечом. Не знаю. Ну, говорят, приборы тут зашкалили. Давай зачистим сектор, пока не прибыл командир Рур. Задействуйте инстинкт выживания, Кью. К нам инспекция, готовьтесь. А как бросить предмет? Как бросить предмет? К нам инспекция, готовьтесь. Томинг, Путин. Понял. Черт, не волнуйся, я его починю. Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Кто это там у ворот? Археологи уже здесь. Уже? Да. Операция «Блэкаут» идет с опережением графика. Обстановка? Почти все загрузили. Я не понимаю, кто из них дальше? Левый, да, дальше? Как меня бесит эта отсталая страна, ни хрена не работает. Стой! Пойду взгляну, что там. Давай. Подозрительно это все. Понял. Разрешаю ведение огня. Покончим с этим. Тебе лучше сдаться. Как я успел так накосячить? Так, бросить предмет можно... повлиять на окружение, удерживая, прицелиться. Так, нажмите. И цепь, чтобы положить. Так. Где-то коробку видел. Поставил? Надо спешить. Так, давай избавимся от трупа. Ты следи за полицейской волной. Когда доложит о звуках стрельбы, сообщи. Рурк и подкрепление уже в пути. Нужно подготовить все к их прибытию. Чёртовы археологи. Наконец-то от них избавились. Они уже долго пытались все здесь вынимать. Ну, кое-что они нашли. Надеюсь, оно того стоило. Ха, да, не надо было лезть не в свое дело. Стрелы сделал. Лагерь — это лидер Гаммы. Где подкрепление? Не надо мне заливать. Сектор зачищен, но нам нужно прикрытие. Наверняка это кто-то слышал. Вторая часть плана. Сказать местным, что мы подстрелили бешеную дикую кошку. У нас потеря! Надо найти ублюдка, который это сделал! База вызывает раскопки, ответьте! Блядь. Вы слышите? Я готов. Будьте готовы к бою. Приступаю к бою. Будь. Надо поискать там. А я типа в плюще, да, это заныкался?
вы тоже нашли время. Обстановка? Еще успел обчистить. Понял. Начинаю работать. Я слышу выстрелы. Что происходит? Как слышите? Как ты можешь слышать выстрелы? Ничего не было. О, там ящичек. Ящичек — это, наверное, хорошо. Так, нам все, да? Ой, блядь. Ебать. Это что такое? Это за мной? Серьезно, так быстро? Есть кто-то? Там, да, где-то? Черт, подкрепление! Подмога подошла. Хватит, пожалуйста. Погодите минуту. Точно еще здесь? Пожалуйста, хватит. Где? Кто? Откуда? Как? Пожалуйста, достаточно. Надеюсь, на этом все. Так. Нам вообще туда. Но тут есть сюда. Это что такое? А, это этот, я понял. А, максимально, да? Круто. Ну, что-то есть еще. А, стоп. Тут же я еще тепуриков складывал. Во. Так, патроны максимально. Так, затарился нормуль, наверное. Так. А. В колокол получится? Блять. Давай еще. Я-то думал. Так, а генератор этот включается или не включается? Включается, выключается. Может, как-то его. Нет. Как в Days. О, как в Days Gone. Мало ли, вдруг можно. Не дать мне взять. Вон она! Ёпта. Да ладно. Стойте!
Не трогайте ее. Лара Крофт. Так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Ключ, Чак-Че. Это ключ, да? Где серебряный ларец? Отдай его. В безопасности. Не у тебя. Что там, что там, что там? Что за движ? Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами, и это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Забрав ключ, ты дал ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии. Да ладно, неужели она натворила таких дел? Очищение началось. Теперь мое дело остановить его, пока не поздно. А вот и цунами. Ты был прав, значит. Что надо? Уходи. Блин.
Ебать. Жесть. Охренеть. Надо забраться повыше. Да, капец, опять. Что происходит? Жесть, еще хочу. Получается у меня. Я ж уже все с киркой туда. А чё она назад повернулась? А в чем прикол? Она же... А как так? Два вперед? А потом назад повернулась. О, получилось. Ползи. Может быть, тогда в бок надо ползти. Я думал, там перепрыгнуть и... А, мы отсюда начали. Во, спасибо. Опять, блядь, да что за пиздец? Да. А как? Пиздец, сука, смертей. Рывок по стене. Нажмите пробел для прыжка, затем... Ой, блядь. А куда? А куда? Пиздюк погиб. Что за игра? Однозначно привлекла мое внимание. Мне нравятся игры, где надо подумать, попрятаться, там стелсы, не стелсы. Мне нравится. Лара! Я так волновался. Конец всему. Ты о чем? Домингес. А можно погромче чуть-чуть сделать? Параметры. Звук. Громкость диалогов на максимум. Ок. Мы тогда вот так сделаем. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю, он надеется искоренить грех и слабость.
Такой человек. Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них, найти серебряный ларец. Ладно, сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность? Если он отыщет ларец, мне надо идти, только я могу! Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара! Не взваливай на себя вину за это! Этим людям нужна помощь! Сделай доброе дело сейчас! Тем более, что у нас вообще есть загадка. Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет. Крутяк, сюжет мне нравится, и прям и отношения, и диалоги прям вообще прям меня прям радует. Не зря, не зря. Я просто очень долго думал, стоит ли в нее играть, потому что я такое не смотрю, не играл никогда. Я не прогадал. Да, ребятки, я не прогадал. Я прям очень доволен. Это что у нас? Амазонка, Перу. Уже Перу. Это горы с серебристой верхушкой, да, буду искать сейчас? Нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано: иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Так, там, походу, гроза начинается. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? И вон два близнеца. Это она! Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и Тринити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куак-Яку. Давай. Давай, Мигель, сажай. Санжай Банжай. Ух ты, бля. Мне кажется, сейчас посадочка будет жесткая. Держите, сейчас тряханет. О, а чё? Чё за камень? Град, что ли? Что ты делаешь? Я его вырежу.
это то, что было в начале. Все, это то, что было два дня до этого. Вот мы сейчас вернулись в исходную точку. В начале игры что было. Охренеть. Я пополам там не сломала? Хоть, мне кажется, бы ребра бы все переломала бы. Надо сохраниться. Так, перезапишем, да. Так, ребятки, офигенская игра. Короче, я прям все, прям я загорелся. Я буду сейчас стараться почаще его пилить. Контент с этой игры. Ребят, огромная просьба, поставьте лайк. Посмотрите максимально побольше, подольше. Вот, мне это очень помогает продвижение канала. Вот, на этом мы сегодня закончим. С вами был Black Rabbit. И до новых встреч, всем пока.